Привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас рубрика «Ванна у Светланы». Будет много интересного, все, как вы любите, про уход за лицом. Покажу вам свой новый бьюти-гаджет для ухода за лицом. Ну, а с чего мы начинаем, собственно говоря, с очищения. Нам нужно снять макияж. У нас с вами такой вечерний уход, направленный на питание. Для снятия макияжа буду использовать нескончаемую мицеллярку от Эвелин, просто огромного объема. Итак, сняли макияж, что делаем дальше? Очищаем кожу дальше. Я знаю, вы любите такие ролики, просите почаще их снимать, мотивационные на уход. Дальше буду использовать вот такую вот умывашечку Faberlic ICOL, артикул 0397. Посмотрите, сколько у меня ее осталось, ее практически не осталось, но у меня сейчас воздух набрала. В общем, тут прям на несколько раз. Я ее использую и утром, и вечером. Она мне безумно нравится. Умывает до скрипа. Поэтому мы наносим небольшое количество на лицо. Я люблю ее вспенивать в руках иногда. Но так как у меня появился новый бьюти-гаджет, в этом необходимость отпала. Совсем немножко наношу на лицо. Лицо должно быть немножко влажным. Для этого у меня моя любимая губочка есть. Посмотрите, какая прелесть. Это Ready Skin Octa. Это бьюти-гаджет для ухода за кожей лица 8 в 1, который обладает невероятным количеством функций. Посмотрите, какой он маленький, компактный и просто прекрасный. Аппарат приходит вот в такой вот красивой, интересной коробочке. Получить такое в подарок будет просто супер. Внутри находится еще одна коробочка, и когда мы ее открываем, видим подробную инструкцию, подробное руководство по эксплуатации. Здесь у нас в подарок гель для микротоковых процедур с гиалуроновой кислотой и экстрактом ламинарии. Такой вот классный подарочек вкладывают. Дальше у нас с вами коробочка с зарядной станцией и зарядным устройством, безумно красивым. Сейчас все покажу. И, собственно говоря, сама щеточка. Вот так она выглядит. Достаточно легкая, очень красивая, очень красивый лаконичный дизайн. Все сделано безумно стильно. Внутри руководства по эксплуатации у нас находится вот такая вот мягкая тряпочка для протирания. У нас находится подробная инструкция, как применять прибор. Здесь все прям с картинками, можно посмотреть, почитать, ознакомиться. Точно не ошибешься, все подробно написано на двух сторонах. Вот такой потрясающий шелковый мешочек для хранения аппарата. Можно брать с собой в поездки, куда угодно. Все компактненько. И подробная инструкция на двух языках. Противопоказания, показания, меры предосторожности. Вот так выглядит зарядная станция. Очень компактная, очень маленькая. Занимает очень мало места. Все есть в комплекте. И вот так щеточка становится на эту зарядную станцию и заряжается в течение 4 часов. У нас происходит полная зарядка. Станция подсвечивается. Сейчас покажу, когда мы ее втыкаем в розетку, вот так она снизу подсвечивается холодным белым светом. В темноте вообще выглядит потрясающе. И индикатор заряда начинает мигать. Когда он перестает мигать, ваша щеточка готова к эксплуатации и полностью заряжена. Такой мимимишный дизайн. Здесь у нас с вами силиконовая щеточка, которую мы сейчас как раз и будем использовать для очищения кожи лица. Аппарат на очищение работает в 3 режимах. Мягкое, сейчас я вам все покажу, среднее и сильное, глубокое очищение, отшелушивание, пилинг и так далее. Совместно с пилингами может быть использован или даже вместо них. Это просто моя любовная любовь. Уже сколько? 4 дня я им пользуюсь и вижу результат. Смотрите, здесь есть 2 кнопочки. Про эту кнопочку на задней стороне я расскажу вам немножко попозже. А вот эта кнопка как раз отвечает за режим очищения. Долгим нажатием мы включаем аппарат. Слышите? Он начинает вибрировать, и камера вам почему-то не показывает. А, вот, показывает, смотрите, видите, голубеньким. Это первый режим. Второй режим оранжевым. И третий режим у нас горит уже вся шкала, вплоть до сиреневого цвета. Она такая красивая, разноцветная. И вот таким образом мы выбираем режим, который нам наиболее приятный. Щетка здесь силиконовая. Силиконовая щеточка безумно мягкая, совершенно не травмирует кожу лица. Вот совершенно подойдет для самой чувствительной просто кожи. Нет никакого агрессивного отшелушивания. Когда, знаете, есть такие щеточки, даже не могу вам показать. Ну,
жесткие, жесткие щетки, которыми мы с вами продираем вашу кожу, нашу кожу, и в ответ она нам выдает еще больше себума, еще больше загрязнений и так далее. Здесь все очень грамотно и деликатно, то есть эти частички, они вибрируют, еще параллельно происходит такой массаж за счет вот этой легкой вибрации. Безумно приятно, на самом деле, я после этой процедуры прям очень расслабляюсь, и перед сном делать сплошное удовольствие и кайф. Немножко увлажнила свое лицо и поехали. Я сейчас на среднем режиме, мне нравится. Мне подходит больше всего. И вот таким вот образом, круговыми движениями мы с вами проходимся. Щеточка потрясающе вспенивает любое средство. Видите, уже легкая пена на коже есть. То есть на ура, вот прям сразу моментально образуется пена. И круговыми движениями, но желательно по восходящим линиям, да, по массажным, мы проходимся по всему лицу. И вот эти вот легкие вибрации, это такое удовольствие. И на утреннее умывание тоже, потому что если есть отеки, тут еще и лимфодренаж за счет вот этого легкого массажа, за счет этих вибраций. Очищаю все, и веки, и все. Потому что очищение безумно деликатное и приятное. Такой вот легенький идет массаж вот этими вот силиконовыми частичками щеточки. Очень круто. Ready Skin – это российский бренд, который занимается производством товаров для красоты и здоровья. У этой щеточки корпус водонепроницаемый, то есть пожалуйста, ей в душе, в ванне там лежите, пожалуйста, ничего ей не будет, абсолютно все отлично в этом плане. В целом мы все с вами очистили, все отлично, все замечательно, идем умываться. Вот и все, кожа просто идеально чистая до скрипа, поры чистые, все отлично, все замечательно. Сейчас будем приступать с вами к самому интересному. Теперь вечером я, как правило, сейчас масочки никакие не делаю, потому что вот, ну прям очень сильно устаю и делаю их в основном с утра. В основном с утра или выходные и утро, и вечер как-то так. Тоник. Наносим с вами тоник. У меня здесь перелит тоже Faberlic Renovage. Очень нравится этот тоник, я его перелила для удобства использования, потому что считаю, что именно в распылителе или когда мы похлопывающими движениями руками наносим, именно так он работает лучше. Он достаточно быстро впитывается, и дальше наношу сыворотку, тоже Renovage, свою любимую 0785. Потрясающая сыворотка, с которой очень круто можно делать массаж, что мы, собственно, с вами сейчас и будем делать. Потому что моя чудо-щетка, она способна практически на все и может заменить огромную кучу салонных процедур и сберечь ваш бюджет. Не забываем, главное – системность. Наносим сыворотку. На декольте тоже наношу все это дело. И сейчас будем с вами делать массаж, LED-терапию. Микротоковую терапию. Сейчас все расскажу. Дальше мы приступаем к самому интересному. Это вторая сторона вот этой щеточки. Здесь есть такая же кнопочка, и абсолютно так же здесь есть режимы. Что включают эти режимы? Здесь у нас есть EMS-массаж. Легкий лифтинг, идет нагрев вот этой части щеточки и красный свет. Красный свет, LED-терапия. Второй режим, когда мы два раза нажимаем на кнопочку, у нас с вами такой мощный уже массаж EMS. Лифтинг – это микротоки. Микротоки, причем микротоки в хорошем смысле, добротном этого слова. У меня были аппараты, которые якобы тоже содержали микротоки. Нет, вообще не та история, не та песня. Здесь они ощутимы, они реально ощутимы. Кто понимает, о чем я говорю, кто ходил на салонные процедуры с такими функциями, тот меня поймет. Микротоки, которые действительно ощутимы. Это EMS-массаж. Плюс еще идет вибрация, также идет нагрев вот этой части и LED-терапия красным светом. И третий режим, самый потрясающий, который я обожаю, которым у меня пользуется Ксюшка. Она просто от этой щетки не отходит, она с ней тоже умывается. Кстати, вот все легко промывается. А вот эту сторону можно обрабатывать хлоргексидинчиком, чем-то обеззараживающим, да, потому что это у нас соприкосновение с кожей, да, поэтому лучше после использования протирать и перед использованием тоже лучше протирать. Мы сейчас не об этом. Третий режим, самый классный, самый любимый, это охлаждение. То есть моментально, просто за одну секунду вот эта часть аппарата, она становится холодной. И здесь у нас уже LED-терапия холодным синим и зеленым светом.
Охлаждение, идет охлаждение, охлаждение кожи. Прям холодное-холодное становится, вот очень холодное. У меня Ксюшка прям тащится, кайфует, она с этой щеточкой прям за собой интенсивно очень ухаживает, чему я несказанно рада. Так, давайте вам покажу, о чем речь. Сыворотка у нас уже с вами нанесена, то есть мы выполняем эти процедуры после нанесения уходовых средств. Да? Долгим нажатием на кнопку, что с одной, что с другой стороны, мы включаем и выключаем аппарат долгим нажатием. Он автоматически включается в первом режиме. Видите, красное свечение, нет вибрации, потому что это легкий EMS-массаж, и микротоки. Второй режим, быстрым нажатием на кнопку, слышите? Это вибрация, это EMS-массаж микротоками и LED-терапия, тоже красный свет. И нажимаем с вами третий режим. Моментально, хотя до этого она была горячая, вот эта сторона становится холодной аппарата, да, и мы прикладываем к лицу и по массажным линиям, собственно говоря, прорабатываем. Индикация здесь мигает, видите, то зеленым, то синим светом. Вот этот режим очень крут просто на утреннее применение, потому что подгоняет отеки. Вот этот режим рекомендуется для того, чтобы убирать пигментацию, бороться с пигментацией, да. Этот режим круто подойдет тем, у кого есть какие-то сосудистые сеточки, там, у кого есть какие-то покраснения и вообще для проблемной кожи. То есть он обеззараживает еще, он сводит к минимуму все вот эти проблемы. Мы очень любим с Ксюшкой пользоваться им на утреннее применение. Прям вот классно, никакие патчи уже не нужны из холодильника и вообще в принципе не нужны. Нанесли свой уход, прошлись в том числе под глазками вот так, и все, и отеки подсгоняются, и тон ровный, прекрасный, красивый, замечательный, просто супер. Сейчас мы будем с вами проделывать микротоковую процедуру. Я перехожу, он выключился, обратно на первый режим. Можно и на второй, вполне себе. Токи очень ощутимые, говорю сразу. Но это не приносит какой-то боли там или излишнего дискомфорта. Все терпимо. Вот таким образом мы прорабатываем. Вот эта сторона уже такая вот, знаете, ну не сказать, чтобы горячая, но больше температуры тела. Легкое покалывание идет по тому месту, где мы с вами проводим, да, легкое покалывание, но оно ощутимое. То есть не какое-то баловство там, да, оно прям ощутимое. Все процедуры вот этой стороной мы делаем исключительно по массажным линиям, потому что они у нас направлены на лифтинг, направлены на повышение тонуса, упругости, на омоложение, на проработку мышц. Самое интересное, вот микротоки, да, что хотела сказать, почему они и зачем они. Они расслабляют наши мышцы. Вот эти мышцы, которые у нас постоянно, ежедневно находятся в напряжении, просто в диком. Микротоки, они их расслабляют. То есть это массаж, но без прикладывания какой-то физической силы. Да? Мышцы расслабляются, соответственно, начинают работать. Соответственно, личико наше подтягивается, соответственно, личико наше становится красивее, потому что овал лица с возрастом, как ни крути, плывет, да, и чтобы этого не происходило, нужно работать именно с мышцами лица, да, чтобы они не находились вот в этом зажатом положении постоянно, а работали. Работали на вас, работали на подтяжку, и личико ваше держали до тех пор, пока вы, собственно говоря, этого и захотите. Так, ну а я сейчас на втором режиме вместе с массажем прорабатываю, и потом мы вернемся к холодному. Сработал таймер, все, все личико проделала, красота просто неописуемая, супер. Теперь я наношу крем ночной. У меня это пока еще Faberlic Bare Oil, никак не могу добить, но надо. Уже не так много осталось, но тем не менее. Да, кстати, про зону декольте мы тоже не забываем. Но я сейчас просто для удобства и быстроты вам особенно ее не показываю. Дальше наносим крем. Личико тепленькое, личико очищенное. Оно моментально просто сейчас съедает все полезности из уходовых средств. Нагревается, кстати, и охлаждается. Я вам уже сказала, очень быстро вот эта вот сторона аппарата. То есть моментально. Я пробовала даже переходить сразу с теплого режима EMS лифтинг массажа на охлаждающий.
И моментально, буквально за одну секунду, с горячей такой, с тепленькой, сильно тепленькой температуры сразу переходит момент, моментально на охлаждение. Вот. Еще вот этот вот режим красный, он способствует выработке коллагена, вот эти микротоки, они улучшают микроциркуляцию, способствуют выработке естественного коллагена в коже, да, потому что далеко не каждый коллаген способен проникать в кожу, а вот когда вырабатывается естественный, это гораздо лучше. Лучше стимулировать свой естественный коллаген, чтобы кожа как бы у нас работала сама на себя, саму себя делала прекрасно. Так, наносим крем, жирненький, питательный, я так на ночь сейчас очень люблю, мне подходит, мне здорово. И буду сейчас проходиться уже холодным третьим режимом, который у нас с вами еще подходит очень хорошо прямо для постакне. Потому что вот эта LED-терапия холодного свечения зеленого и голубого, она еще уничтожает огромное количество бактерий. Поэтому щеточку включаю, выбираю третий режим. Вот он. Буквально моментально вот эта вот сторона, вот эта вот серединка и по контуру становится холодным. Мы аппарат, кстати, прикладываем к коже, да, мы его прикладываем и легонечко вводим опять по массажным линиям. Ой, как приятно, холодненький. Моментально успокаивается кожа, моментально. Вот эту процедуру еще я очень люблю, как бы, и рекомендуется вообще делать после каких-то агрессивных действий на лице, то есть после пилинга, после какого-то там жесткого скрабирования и так далее, когда кожа покраснела, может быть, после каких-то процедур, мы используем вот этот режим, режим охлаждения, режим уничтожения бактерий и так далее. Очень приятно. Вот это вот прям очень приятно. Самое любимое. Все режимы приятные, все классные, все суперские. Аппарат вот такой вот маленький, легенький. Кстати, заряда хватает на 4 часа непрерывного использования. То есть, если мы в среднем тратим 10 минут в день на использование аппарата, да, то нам на месяц хватит. В общем, заряжать его не часто надо. Это очень радует. Но сама подстанция, вы уже видели, она такая мимимишная, такая красивая, такое вот поставить. У меня, к сожалению, просто нет розетки в ванной, а так бы красовался он здесь у меня вместе с подстанцией. Под зарядочкой с вот этой невероятно красивой. Она еще светится в темноте. Когда включена, она светится. Вот эта подстанция, полосочка в темноте. Ну, в общем, все безумно стильно. Все безумно стильно, безумно дорого. Заменяет огромное количество салонных процедур. Целых 8 режимов в одном аппарате. Я прям искренне от души рекомендую. Продавец, кстати, к нам любезно предоставил скидочку, которую пропишу обязательно в инфобоксе. Так что заглядывайте туда почаще. Я по векам прям прохожусь. Вот с утра особенно мне это нравится. Прям вот так. И отеки моментально уходят. Все, видите? Сам пропикал, сам выключился. Все, автоматизация. А я использую ее уже, получается, на протяжении 5 дней. Могу вам сказать, что результат вижу. Кожа более чистая. Я вижу румянец, который у меня появился. Можно теперь румянами прям не пользоваться совершенно. Я вижу какой-то здоровый румянец на лице. И меня в целом устраивает моя кожа, как она выглядит с утра, как она выглядит вечером, без макияжа. И я прям безумно довольна. Поэтому смело могу рекомендовать. Ссылочка, конечно же, будет в описании. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Если остались какие-то вопросы, обязательно задавайте в комментариях. Всех люблю, целую, всем пока-пока.